Героев тихоокеанцев 24А, адмирала Кузнецова 70, Черняховского 3 и сквер имени Анны Щетининой на Игершельде. Во Владивостоке начались работы по капитальному ремонту одновременно 4 больших подпорных стен. Все они находились в плохом состоянии и требовали срочного ремонта. Ход ремонта на всех 4 объектах глава города Олег Гуменюк проверил в рамках объезда городских территорий. На улице Героев Тихоокеанцев ремонтные работы идут с опережением графика. Представитель подрядной организации доложил главе, что сейчас на стройплощадке проводятся последние этапы заливки бетона. Рассказывайте, показывайте. Все готово. Сегодня принимаем последний бетон. Срок у нас, по идее, до конца августа. Полным ходом идут работы в сквере имени Анны Щетининой. Напомним, в прошлом году подрядчик не выполнил своих обязательств, контракт пришлось расторгать и срочно искать новых строителей. Сегодня здесь работают экскаватор и самосвалы. Строители ведут разработку грунта по координатным точкам и высотным отметкам. Им предстоит возвести подпорные стены общей протяженностью более 94 метров, а также благоустроить сам сквер. Стены будут выполнены из коробчатых габионов, их высота на разных участках составит от 4 до 12 метров. Во Владивостоке более 1000 подпорных стен. Часть конструкций принята в муниципальную собственность, паспортизирована и ремонтируется. По поручению главы города уже утвержден перечень объектов, которые будут отремонтированы следующими. Среди них стены по улице Зои Космодемьянской, 14, Русская, 17, а также подпорные стены на набережной Спортивной гавани. Светлана Садовая, новости на Восьмом.